Северная Корея провела очередные испытания. Запущенная ракета упала в экономической зоне Японии. Страна уже заявила решительный протест против действий КНДР. Старт произвели из района города Вонсан. В японском правительстве заявили, что на данный момент ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Из-за запуска ракеты президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился созвать Совет безопасности страны.